Ну а депутаты Госдумы выступили с предложением сделать День знаний нерабочим днем. Они отмечают, что многим родителям приходится в этот день разрываться между работой и необходимостью проводить детей до школы. Действительно ли нужен россиянам дополнительный выходной, мы спросили у тверитян. Ну, я думаю, что не помешало бы, потому что это как праздник, чтобы можно было семейно где-то посидеть, отметить этот день. Я считаю, что не надо, потому что не все могут сразу отпроситься на этот красивый, у кого-то единственный праздник 1 сентября. Особенно у первоклашек это незабываемое впечатление для детей, для родителей. И, конечно, надо 1 сентября сделать выходным днем. Нет, пусть школьники учатся. С одной стороны, да, с другой стороны, нет, потому что бы как бы на линейке с детьми были. А с другой стороны, все-таки это рабочий день посреди недели выходной. Мне все равно, если честно. Я думаю, да. А зачем? Проводить детей. Вот у меня уже вроде внуки и взрослые, но все равно хочется проводить их. Посмотреть, как что, сфотографировать, на память оставить. Ну, с детьми в это время. Потому что день знаний все-таки. Вообще день рождения 1 сентября. Да, я считаю, нужно. А почему? Ну, чтобы детей подготовить, и они чтобы участвовали на мероприятии 1 сентября вместе с детьми в школе.